Всем привет. Как делишки? Очень давно я не выходил в прямой эфир. Сейчас я жду Вику. И пока у меня есть время, решил немножко поболтать. Как ваше настроение? Все смайлики. Видимо, у всех все хорошо. Где коты? Коты дома. Привет. Ну вот, они тоже. Отсвечивает. Ну, короче, вы поняли. Кек. Планируешь ли клип на какой-нибудь трек? Мне бы сначала трек какой-нибудь спланировать, а потом уже клип. Тоже я у него говорю. Тоже как кто? Я выговариваю его. Не надо мне тут. Скучали? Я тоже скучал по вам всем. Не, не кидайте заявки на прямые эфиры, я один тут посижу пока что. Когда батл выйдет, это не от меня зависит. Это зависит исключительно от чуваков. Когда они решат его выпустить, тогда он и выйдет. Но говорят, батл пиздатый вышел, поэтому они пока его держат. Как дела? У меня, как всегда, все охуенно. Где Вика? Вика вот прям сейчас прилетит с Китая, и я сижу ее жду. Я как настоящий верный парень. Накупил ей цветочков и сижу, жду. В аэропорту у меня через полчаса самолет приземлится. Да, спасибо, спасибо. Планируешь ли клепы и пиво посетить какой-нибудь? Я пока ничего не планирую, но скажу вам по секрету, я около года не мог написать песен, а сейчас из меня как попёрло, и я пишу очень много песен в последнее время. Поэтому, может быть, что-нибудь из этого получится. С кем батлил? Ну, посиди в интернете, я думаю, тебе подскажут. Что-то с тобой не так. Нет, со мной все так. Тебя не узнают в аэропорту? Ну, сейчас я забился в самый-самый угол. Надеюсь, нет. Здравствуйте, да, привет. С топором под биты бы попатливался? Да, навряд ли, я нормально к топору отношусь. Зарабатывай на Рокс-казино и получай гарантированно быстрые выплаты. Только здесь лицензионные слоты и огромный бонус на первый депозит 100 тысяч рублей. Оперативная поддержка 24 часа в сутки. Теперь это идеальное казино, посетив которое можно не только замечательно развлечься, но и выиграть крупную денежную сумму. Скорее приступай к лучшим игровым автоматам и наслаждайтесь высоким качеством сервиса. Ссылка в описании. Топор или Рики, они оба крутой батл показали, но мне ближе, типа, то, как сделал Рики. Но это вкусовщина, типа. Я не могу сказать, что топор сделал плохо. Насколько пиздатый новый сезон Фрешблада, это будет разъебище. Полный пиздец. Очень круто. Наверное, будет самый лучший сезон. Как всегда, самые лучшие вопросы. Как тебе тот-то, как тебе тот-то? Когда поедешь туда-то? Когда песни? Можно посмотреть любой из моих эфиров, и там есть ответы на эти вопросы. Спасибо тебе за охуенные песни. Это вам спасибо за охуенную поддержку. Вика отдыхать ездила? Нет, Вика ездила работать. Такое смешное. Да, это поэт. Обожаю поэт вообще. Спасибо.
Девушка не обижается, что на ходе копья не ее фото? Нет, не обижается. Когда она купит себе такие же кофточки, как у котов, тогда ее фото не печатают. Ох, злые люди. У тебя есть кумир? Да нет, не сотвори себе кумира. Да ладно, я же так, в шутку, вы все милашки. Да, привет, привет. Почему я такой пиздатый? Ну, не знаю, тебе виднее. Какое образование, Вов? Юриспруденция. Ты, видимо, не так давно за мной следишь, раз не знаешь, что я юрист от Бога. Разве не видно по мне, сука, засужу к хуям? Хочу голос, как у тебя. А мне не нравится мой голос. Я не люблю свой голос. У тебя самая охуенная песня. Спасибо. Чем увлекаешься помимо музыки? Езжу по аэропортам, встречаю Вику. Как вам такое увлечение? Посоветуй какой-нибудь охуенный фильм. Я не знаю, я недавно посмотрел сериал «Конец ёбаного света». Грёбаного света. Ну, вы поняли. Его можно за раз посмотреть, там серии по 20 минут, 8 серий, 3 часа в сумме идет, и это одно из самых лучших, что я смотрел в интернете. Очень крутая вещь. Когда батл на хуяксе, да вот, на днях собираем хуякс 10, реюнион. Ёбаного мира, да. Сколько лет Вики, она моя ровесница. На полгода младше. Чаги как относится к тому, что тебя рисуют? Кто меня рисует? Чаги хорошо относится. Удачи тебе на Олимпиаде, Амина. Кто такая Вика? Девушка, которая заслужила вот этот вот букет. Когда в Мурманск. Вот сейчас в аэропорту вылетаю. Встречайте. Случилось, если вы меня слышите, то что-то у меня все темное. О, слышите? И видите или нет? Потому что у меня весь темный экран. Мне позвонили, самолет тут летает, и короче. Все, я тогда завершаю, хотя бы голосом с вами попрощаюсь, потому что, судя по всему, меня не видно. Так что все, всем пока, всех люблю. Вот джинсы мои видно, наверное, да? Ну да, это кот постарался. Все, всем пока. Видно? Почему у меня темный экран тогда? Ну, короче, в любом случае, всем пока, давайте. Увидимся еще.